Здравствуйте, друзья! Меня зовут Саша Дракон, и сегодня мы узнаем, как использовать аудиосистему STIS. Компания Pioneer создала аудиосистему STIS специально для танцоров, то есть для нас с вами. Поэтому, кроме отличного саунда и космического дизайна, есть еще куча интересных функций. Но обо всем по порядку. Начну с обзора ее возможностей. Мощность 40 Вт. Этого вполне достаточно для того, чтобы прокачать и большой зал, где мы тренируемся всей командой, и используют для уличных туз и выступлений. Корпус пыли-влагозащищен. А это значит, что система не боится ни дождя, ни пляжа. Можно легко подключить выносной микрофон. Это облегчит ведение открытого урока или какой-то вечеринки. Также легко подключается любой плеер, флешка. И у системы есть 4 гигабайта собственной памяти. Ее можно использовать как док-станцию для iPhone или iPod. STIS может работать как от сети, так и автономно от батареек. Теперь перейдем к электронному сердцу системы, а точнее к ее программной части. В первую очередь нам нужно скачать бесплатное приложение Mixtrax с сайта mixtraxglobal.com. Устанавливаем себе его на компьютер, загружаем в него все наши любимые треки. Приложение их анализирует, определяет тональность, жанр, темп. И вот, теперь наша музыка готова. Загружаем ее на STIS, и STIS полностью готов к работе. Друзья, мы добрались до самого интересного и вкусного. До функций, которые превращают бумбокс в настоящего диджея. Функция DJ Mix – это возможность слышать непрерывный микс из любимых треков. Вам достаточно выбрать жанр и вперед! Никакого переключения треков, никаких пауз, только музыка. Функция автобаттл – настоящая находка. Это возможность провести полноценный баттл без диджея. Мы сами выбираем, сколько у нас будет раундов, какова будет их длительность и стиль, которым мы будем танцевать. Более того, за 10 секунд до конца аудиосистема сама подскажет танцору, что пора закругляться и уступать место сопернику. Например, пусть у нас будет по 2 выхода в батле у каждого. Первый жанр будет хип-хоп, второй – поппинг. Длительность каждого выхода – 40 секунд. Поехали! Итак, друзья, переходим к группе функций, которые нам помогают разучивать хореографии и связки. Функция темпо-контрол позволяет увеличивать и уменьшать скорость играющего трека. Это очень удобно, когда мы учим новую хореографию или связку, и когда мы не готовы сделать ее в полную силу. Мы берем, просто снижаем скорость, учим на этой скорости, а потом, когда уже уверены в себе, повышаем ее до нормального уровня. Есть еще одна функция, которая позволяет здорово экономить время. Это функция Dance Cue. Мы можем выставить якорь на любом месте музыкальной композиции. И одним нажатием вы возвращаетесь к этому якорю. Теперь не надо перематывать или ждать по минуте, прежде чем начать делать нужный кусок танцевального номера. 8-bit skip позволяет быстро найти нужный кусок трека, перематывая через 8 счетов или через квадрат. Также есть еще одна очень интересная возможность. Вы можете использовать STIS как драм-машину. Для этого в приложении Mixtrax вы можете написать свои собственные мелодии, по сути, свой небольшой трек. И STIS его будет проигрывать на полную мощность уже на тренировке. Это отличная возможность самому начать писать музыку и развить чувство ритма. STIS — это словно аудиосистема из будущего. Она позволяет реализовать все, что нужно танцору в его повседневной танцевальной жизни. Раньше об этом даже нельзя было мечтать. А из этого видео вы узнали, как это можно реализовать на практике. Все очень удобно, просто и функционально. Я уверен, что STIS станет вашим надежным товарищем и другом.